Здорово, дорогие друзья, с вами Мотобустер. Это рубрика «Кросс за сотку». И в этой рубрике мы будем смотреть кроссы, эндуро, питбайки до 100 тысяч рублей. А ты подпишись на мой канал и поставь лайк этому видео. А мы погнали. Первый претендент, которого я выбрал, это каюшка 170 на UX-овском двигателе за 55 тысяч рублей всего-то. Это более гоночный снаряд. Он не сильно подходит на повседнев. Но это вообще такая пушка прикольная. Мощнее его только 190-ик. Так, питбайк в хорошем состоянии. После переборки двигателя 20 моточасов. Звоните, все расскажу. 55 тысяч рублей, я думаю, это недорого. За бушку такую, ну, не сильно потрепанном состоянии. А мы перейдем к следующему объявлению. Следующее объявление будет BSE J2 200 кубов за 78 тысяч рублей. Необычный эндурик. Так. Если что-то говорю неправильно, поправите в комментариях. BSE G2 250 кубов. Колеса 21-18. Состояние хорошее. Вот что нам надо знать о этом мотоцикле. В нем, если мне не изменила память 172 мотор или... Да, скорее всего, 172. Давайте посмотрим еще какой-то мотоцикл. GMC 160MX за 65 тысяч рублей. GMC очень славились в свое время это качеством. Сейчас не знаю, какие они делают, но в свое время, 14, 15, 16 год, это были очень качественные снаряды. Маленький такой, 160 кубовый, это вообще топ. Состояние отличное, 2017 год. Давайте посмотрим последнее объявление на сегодня. Но сначала надо его выбрать. Продам байк Дерби Сента. Я не раз уже видел такие мотоциклы. С документом. С документами состояния. Чё? Это 50-кубовый снаряд. Но делают под многие 80 кубов. Говорят, что 80-кубовый там под 20 лошадок. Но что-то мне не сильно верится. 15 я еще поверю. Но это такой уже под потрепанный экземпляр. Продам питбайк. Состояние отличное. Тюнинг. Все. А с вами был Мотобустер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Всем пока.